Знаете, почему в приличной кофейне можно сказать, насколько тебе наполнить стакан? Тот, что с собой. Правильно. Чтоб уже на рабочем месте долить адекватизатор. В просмотре новостей главное – вовремя задержать дыхание, выключить эмоции, перепроверить, куда-куда его приглашают. На саммит или взад? Ах, на саммит, чтоб потом принять взад. Да, раздельно. И это Макрон и сам Трамп. Ух, противные. Оказывается, не привиделось. Доливаем еще и весело скандируем. Анкл Сэм 8, Сэм 8. А если по-хорошему, стебаться тут надо только об свое горе. Утрата субъектности, она такая. Без меня меня делили. Трамп с Макроном работу работают. И у них в приоритете свои шкурные интересы и свои избиратели. Об Украине говорили без нее. Кто у нас там главный по внешней политике? Ой, мамочки. А кто в хате в адеквате? МЗС. А МЗС мы не слушаем, у нас есть нарит. Простые, да? Коллективная поц сознательная. Я таким стихи посвящаю. Вы насовали в урну вместо рыла. Все идеально. Убираем и обливаем грязью команду, которая рубилась насмерть за интересы Украины на международной арене, и через телевизор загружаем себе пацана, которому все это вот тупомутно и сцикотно. Он лучше пенсии порешает. Ясен дзен, что не в Украине, он же по внешней политике. И здесь опять дело в нюансах. Наши хотят помириться, перестать стрелять и что-то посередине. Не вопрос. Греческие пожары за прошлый год все помнят? Перед тобой стена огня, за тобой обрыв. Ты посередине, все кошерно. Европе привиделась перезагрузка в эстетике возвращения блудного сына? Договорились. Только на коленях будет, и музыка такая знакомая. Эммануэль. Господи, какое счастье. Украина действительно Европа. Там тоже не умеют сопоставлять очевидные факты. Есть такая примета. Там, где часто произносят слово «война», она появляется. И есть такая совковая привычка – все измерять вов очкой. Все им отечественное никак не закончится. Наши-то совки обратно запиздывают. Лысый уже в Европу прется, а этим все в Индополож СССР обратно. Узкомыслите, товарищи. Хотя, стоп. Это мальчику Европа видится от хвоста до гривы, а дедушка как раз видит СССР в тех же масштабах. Отсель грозить мы будем штатам. Ну ничему не учат ни история 20-го столетия, ни события, начиная с 2008 года. Лысый хочет, чтобы цифра XX1 читалась как Фуйло Фуйлович I. А Европа думает, что сможет договориться с ВВХ, который наращивает военную мощь и хрен его знает чем, когда и где бабахнет. И скорее всего планирует большую заваруху в 2021-2022 годах, ибо в Россиюшке грядет некислый системный кризис, и лишних лохов надо будет чем-то отвлекать и куда-то девать. У него просто нет других вариантов. И вот под это дело возможная отмена полезных санкций будет «залюбуйся». Российскому народу будет один шарман, ибо он как обходил канализационные сталагмиты по дороге к памятникам архитектуры работы Баббосова, так и будет. Сильно прилетит украинскому народу, ибо недокраденные от продажи углеводородов будут вбухивать в оборонку. Вы же не готовы умереть ни за Нарву, ни за Старобешева. А как насчет умереть за Брантом с его мельничками, прудами и уточками? За изумрудный Канталь и Солер с красной геранью на фоне серых камней, сошедшие с фотографии в Гугле? За, прости господи, Лимож с его фарфором? Есть такая замануха – гибридная война. Для выдающихся умов Россия понимает, что сразу всех не победит, поэтому будет играть на ослабление. Поясняю для Сорбонны. Гадить. Газовый шантаж, шпионы, теракты, мигранты. РФ – это расход и фейки. Убивать и брехать, Сорбонна. Ферштейн? Россию вернули в пассе под обещание освободить украинских военнопленных. И шо? Так что 7 твою на 8 – это какой-то хитроумный план, в котором не хватает хитрости и ума, а план явно из беспонтовых сортов. Уже и Брекзит не выглядит абсурдом, походу там что-то знали. Про французов во Второй мировой говорить не буду, по-хорошему особо не о чем. Так вот раньше было намерение посетить могилу Алоиза и Клары, просто подойти и сказать «Что ж вы, суки, наделали?» А теперь надо идти дико извиняться, походу ваш мальчик таки тоже что-то знал. Месье Макрон себе это так представляет? Владивосток ему Европа. Бордосская так не забирает. Коньяк тоже вещь благородная, и такого прихода давать не должен. Европа, Европа. Только флажок не синенький, а красненький. И звездочек поменьше. Ты у ЕС и КНР общие буквы видишь? А у ЕС и РФ? Сынку тот даже коньяк не поможет. Обратись к лысому дяде, и он привезет тебе классную штуку. Новичок. И насрет у тебя в зале для приемов. Все замоют и почистят, не при Людовиках живем, однако это место будет еще лет 100 эротично светиться зелененьким или синеньким. Вот с этого тебя и накроет. А пока не до конца вштырило, я тебе еще буквы расскажу. НАТО. НАТО, Маня. НАТО.
Потому что иначе игрушечный брантом останется только в Гугле. Это Европа имеет мелкобуржуазную привычку чем-то восхищаться и перенимать опыт. КНР просто все фотографирует и печатает у себя подделки на 3D-принтерах. А РФ – это распердячить и фугануть. Как только они смогут это сделать, у них рука не дрогнет даже по пьяни. Их идеал – воронка на весь континент. От и до, как завещал Эммануэль. Сорбонна, тебе не понять. Да, это не конструктивно, но это просто прекрасно, ибо напоминает их родную дырку в земле, которую им везде тычут в глаза. А вот нате. Да, это читается как хейт. Смотри, как сошлось. Так что звоните нате в Брюссель. Там вам расклады раскидают. Вы главное это, Олимпиаду нигде не мутите. Мало ли. А то знаете, Иловайск, Дебальцево, это ведь не про географию. Вот в Украине скоро, 29 августа, и это не про цифры. В этот день собираются в Раде начать заседать. Им люди говорят, нельзя в этот день праздновать начало, не по-людски это. Для чего Украине нужен официальный день поминовения 29 августа? Не для того, чтобы раз в году отбыться букетиком гвоздик и качей. В идеале в этот день каждый год должны на законодательном уровне приниматься шаги по формированию у населения уважения к памяти павших за свободу Украины во все времена, а также должного отношения к участникам боевых действий и всем сопричастным. Почему население? У народа уже все сформировано. Итак, первое, у нас война. Прикиньте. Выборы. Все, молчу, не развиваю. Показали, что огромная часть населения... Надо объяснять элементарные вещи. Да, надо объяснять, ибо на следующие выборы пойдут эти же люди, уже с кем-то из своих детей, и опять будут голосовать за кисельные берега вот прям с 0001 завтра. Несмотря на их нежелание, им надо вдалбливать, что при таких соседях берега получатся только моксельные. Ну, пацаны попутали, типа заблудились. А такую скорость доставки счастья, как вам надо, имеет только стратегическая авиация. Типун. Маркетологи и политтехнологи знают, как работать с лоселением, которое на любой логичный аргумент отвечает универсальным «Та ладно!». Мягкая суггестия. Как говорит породистая мама в интеллигентной семье, «Я ж ничего не сказала, я ж только капнула». В каждом супермаркете на выходе должен быть огромный постер с бойцом «Я прикрою». На упаковках простые инструкции, что с собой брать в бомбоубежище, как оказать первую помощь, что такое осколочное ранение, что такое контузия. Вменяемых телеканалов остается все меньше, однако и там должны неожиданно включаться ролики. ДАБ и Иловайск, Волноваха и Мариуполь. Нервишки, говорите? Сейчас. Как новую пилу смотреть, так все, блин, впереди паровоза. Только попкорн ведрами подноси. Спокуха. У нас тут своя пила. И корвалол пила, и от давления пила, и валидол под язык, и курить уже с кумом выходили 3 раза. Та ж уже не суки делают. О, заработало, проняло. Второе, чтобы сказать, мы есть, мы здесь. Честь. Тем, кто отрицает войну и агрессию России, лютый мы здесь. Новые лица. Вы сожрали комитет ВР по делам ветеранов. Сожрать ветеранов вам не удастся. При всем вашем шоуменском профессионализме у вас так ротик не раскроется. Треснет по линии подтяжек. Джокером вы от этого не станете, у того были смелость и харизма. А у вас что, понты и оскорбления? Научитесь сначала писать без ошибок. Наши воины – не безликие потери, которые можно озвучить, а можно замести под коврик. Наши павшие – настоящие люди. Наши неизвестные герои – временно неидентифицированные. Нам нужны все наши защитники. Живые и мертвые, израненные, находящиеся в плену, павшие за независимость Украины не какое-то коллективное безымянное, а те, кто встал на защиту своей страны и вел праведную войну. Мы ни на кого не нападали, не брехали, не отжимали землю, одним махом меняя гражданство, захваченное вместе с территорией. И никому не позволено превращать защитников Украины в участников конфликта, а их гибель в инцидент. Третье. Мы вдячны за вашу службу и за нашу свободу. Делаем глубокий вдох и учимся благодарить военнослужащих. Не вот это все один раз в год, а каждый день. Просто приложить руку к сердцу. Есть много людей, которые хотят это сделать и стесняются, боятся расплакаться сами. У большинства из нас совковая травма, этажов и падежов мы выстраиваем на раз. А просто сказать «спасибо» не можем. Давайте учиться. Для начала шутите, что ли. Панове нацисты, щирий шалом. Красуне карателько, маєте гарний день. Благодаря совку и соцсетям мы все состоим в чине как минимум обер-оскарбляйтера. Шановне мирне населення, давайте уже получать лычки Данкенфюрера в отношении тех, благодаря кому вы все еще мирное и все еще население. Вспомните атмосферу 14-15 годов.
когда народ и армия были реально едины и уперлись так, что весь мир офигел. Сам Вовочка-Дюйловочка сильно сдал. После Майдана это был второй момент, когда украинцы вызвали уважение, и об Украине было прилично разговаривать только в присутствии самой Украины. Пацаны и девочки, ЗСУ и добровольцы делают свою работу более чем на отлично. Именно благодаря им население получило уникальную возможность охреневать от спокойной жизни и голосовать за тех, кто и пообещать толком ничего не сумел, однако в первые же месяцы причинил украинской армии существенный вред. А война-то никуда не делась. Скажите спасибо тем, кто держит ее на расстоянии от вас и ваших детей. Научитесь писать письма на фронт. Да, все когда-то случается в первый раз. Просто рассказывайте о своей жизни. Ничего примечательного говорите, а вот сейчас следите за руками. Она у вас мирная. Поверьте, это примечательно. Не умеете? Научитесь. Клавиатура легче пулемета, но эффект может давать даже больший. Вы пишите на войну, пишите о мире, который они защищают и в котором мы их всех ожидаем с победой. В 41-м фашисты поперли на Украину с запада. В 14-м поменяли местами циферки, цвет флага и направление, с которого пардло напали. Та война закончилась. Это еще нет. Отношение к армии и волонтерам должно быть как в 2014 году. Не расслабляться. Четвертое. Геть від Москвы. В России нет дня поминовения. Ну, 1 августа аж целый день памяти воинов, погибших в Первую мировую войну. А после этого у фраерации ваших нет. Павших, то есть. Ну, свалили при эффектном таком менеджере в братские могилы десяток другой миллионов, так бабы новых нарожают. Нехрен предателей считать. Это же не маскарпоне, чтобы его перед камерами закапывать и все официально фиксировать. День Победы выродился настолько, что писать про него можно только какой-нибудь артхаус с сербской музыкой, заблеванной пехотой, медведем в пилотке и бабахом под хвостом у картонного танка. Помнят они. Да они не помнят, с кем вчера бухали и почему Дрюня лежит дизлайкнутый топором по голове. Их поминовение – фарс и отфотошопленные левые люди на лопатах. Открытка, пакет пшена и коробка просроченных конфет к празднику, ибо нехрен столько жить, а однушка и ПФР не резиновая. Ну, у соседей карма такая. World War I, World War II, ВВХ. Нет, не BBX. А здесь Украина, а не Гайморова волость. Здесь над пародистами ржут так, что у опухлых пингвины с картин разлетаются. День поминовения – это прививка от века повиновения. Здесь земля свободных людей, которые знают, что свобода стоит дорого, и сполна заплатили эту цену. Пятое. И мертвым, и живым. Надо научиться помнить о живых здесь и сейчас, говорить об их потребностях и проблемах, не дать сожрать минвет, учиться правильно общаться с теми, кто вернулся с войны, ненавязчиво будьте рядом. Неизвестность и одиночество после возвращения так же бесшумны и смертельны, как снайперская пуля на фронте. Есть такое правило: если человек с ПТСР стоит или сидит к вам спиной, вы должны дать ему понять, где находитесь. Скажите: «Я здесь». Наши защитники должны быть уверены в том, что мы здесь, готовые помочь, так же, как мы уверены в них. Как видите, работы предостаточно. 29 августа нам нужно, чтобы те, кто мечтает восстановить совок и всех хохлов в зад, и те, кто хочет просто перестать стрелять или там встретиться где-то посередине, ссались от этого дня больше, чем Дня независимости, потому что парад еще можно переорганизовать под себя. Тут пойдут реальные люди с реальными историями и не согнанные бюджетники с палками, а матери и вдовы, выжившие побратимы и дети, у которых самые крутые в мире отцы и матери, на фотографиях. Тут середины не будет. День памяти – день тяжелых воспоминаний, аргументов. В этот день должна затыкаться вся ордлота. На Москве, в Киеве, на юго-востоке. Сирена должна раздаваться такая, чтобы вся вата в Европе и США сама скатывалась в рулоны и искала укрытие в ближайшем крематории. Жити треба так, щоб космалики тебе навіть мертвого боялися. Вірна стратегія. Але можна прожити так, щоб після тебе тих космаликів було якомога менше. Наші захисники жили і живуть саме так. Героям слава. Підписуйтесь на Пенса. Тисяйте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою. А потім дзвоник. Ставте лайки, поширюйте ролики, додавайте їх до своїх плейлистів, бо частину прибутку Пенс направить бійцям на перемогу. Тож це буде і ваш внесок у перемогу України.